Шеф-повар Максим Григорьев. Булочки с маковой начинкой. Эти булочки я пекла к празднику Троицы. Троицын день можно с полным основанием назвать зелеными святками. В такой праздник дом украшают полевыми цветами и ароматными травами. Вот и захотелось порадовать близких вкусными булочками с маком. Букеты ромашек с маками, полыни с чабрецом и булочки украсили праздничный стол. Время приготовления – 20 минут. Ингредиенты. Ванилин 4 грамма. Маковая начинка 120 грамм. Масло топленое 60 грамм. Мука пшеничная 300 грамм. Разрыхлитель 2 чайные ложки. Сахар 2 чайные ложки. Соль 1 чайная ложка. Творожный сыр 300 грамм. Шаг 1. Чтобы приготовить булочки, нужно взять муку, соль, сахар, разрыхлитель, домашний смотри совет, ванилин, творожный крем-сыр сливочный 63% жирности, масло топленое, маковую начинку. Шаг 2. Просеять муку, разрыхлитель. Добавить соль, сахар, ванилин. Перемешать. Шаг 3. Мягкий сыр смешать с топленым маслом, 2 столовые ложки. Шаг 4. В сырную массу добавлять частями сухую смесь. Замесить тесто. Шаг 5. Скатать тесто в шар. Дать ему отдохнуть минут 10. Тесто получается нежным. Шаг 6. Разделить шар теста на второй части. Каждую часть разрезать на куски. Сформировать из них шарики. Расплюснуть шарики под начинку. Шаг 7. Разложить маковую начинку, 5-7 грамм на каждую лепешку из теста. Свернуть тесто с начинкой в мешочек. Скатать булочку шариком. Шаг 8. На противень расстелить пергаментную бумагу. Разложить заготовки булочек на пергамент, на небольшом расстоянии друг от друга. По желанию присыпать сверху сухим маком. Поставить противень в горячую духовку. Выпекать в течение 20-25 минут при температуре 210 градусов Цельсия до румяности. Шаг 9. Готовые булочки вынуть из духовки. Горячими смазать топленым маслом, 1 столовая ложка. Остудить. Шаг 10. Разложить на блюдо. Подавать на перекус или к завтраку. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.